Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела Карачаевский с учащимися первой школы Карачаевска провели профилактическую акцию «Твой ход, пешеход». Основная задача данного мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам аварийности на дорогах и закрепить знания правил дорожного движения у детей. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. С начала текущего года на территории межмуниципального отдела МВД России Карачаевский было зарегистрировано 44 ДТП, в которых погибли 9 человек. А совсем недавно в Карачаевске именно на этом участке дороги произошел наезд на двоих малолетних детей, переходящих по пешеходному переходу с велосипедом. В результате один ребенок погиб, а второй получил многочисленные травмы. Из проводимой акции учащиеся начальных классов первой школы Карачаевска на практике узнали от инспектора ГИБДД, как правильно переходить дорогу с велосипедом или с самокатом. Мы проводим это специально, чтобы и дети знали, как это все надо делать, и чтобы водители обращали на это внимание. Также в ходе акции ребята вместе с сотрудником ГИБДД прошли по пешеходному переходу. Нам очень важны такие практические занятия, чтобы наши дети понимали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. И что самое главное, нужно быть внимательным при пересечении проезжей части, отмечают учителя первой школы Карачаевска. Я объясняю им, это не значит, если горит зеленый свет для пешеходов, что можно смело переходить. Надо все время, конечно, смотреть влево и вправо. И детям очень нравится проводить уроки на такие темы. Они задают много вопросов, которые интересуют их. В рамках акции «Твой ход, пешеход» дети раздали информационные буклеты водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Соблюдение ПДД – это сохранение жизни себе и другим, подчеркивают автовладельцы. Если не соблюдает человек правила дорожного движения, от этого происходит и аварии, и все, что на транспорте, это происходит от того, что человек спешит и не соблюдает правила дорожного движения. Наша задача – напомнить и привлечь внимание водителей и юных участников дорожного движения к проблемам аварийности на дорогах, отмечают полицейские. Сегодня мы детям показали на практике, как надо переходить дорогу, что им можно делать, что нельзя на велосипеде, что им нельзя переходить, проезжать пешеходный переход на велосипеде, на самокате, что они должны по правилам дорожного движения, что они должны спуститься с велосипеда, переходить дорогу пешком. Очень важно, чтобы каждый водитель проявлял повышенную бдительность вблизи пешеходного перехода, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.